среду в Самарской области облачно с прояснениями, без осадков. Днем минус 5, минус 7 градусов, ночью 10-12, ниже 0. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность. В светлое время суток минус 7, в темное минус 11 градусов. Южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти на небе облака, днем минус 6 градусов, ночью 10, ниже 0. Южный ветер 4 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями. Днем минус 6 градусов, ночью 12 с минусом. Южный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.